Здравствуйте, это канал Арена ТВ. В студии для вас работает Михаил Скворцов. В этом выпуске мы поговорим, можно так сказать, о рекордах футбола. Нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович стал рекордсменом Лиги Чемпионов. 36-летний швед – первый в истории футболист, который принимал участие в матчах турнира в составе 7 разных команд. Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. Стоит добавить, что Ибрагимович восстановился после травмы колена, из-за которого он пропустил вторую часть прошлого сезона. Россия осталась на 65-м месте в рейтинге FIFA. Франция опустилась на 9-е место. Сборная России сохранила свое 65-е место в рейтинге FIFA. Команда Станислава Черчесова 11 ноября уступила Аргентине. Матч закончился со счетом 0-1. А 14-го сыграла в ничью с Испанией. Матч закончился со счетом 3-3. Прямо сейчас на ваших экранах топ-10 стран в рейтинге FIFA. Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия как были, так и остались на своих местах. А вот с 8-й строчки на 6-ю перескочила Испания. У них 1231 очко. 6-й опустились вниз поляки, они сейчас на 7-й строчке, у них 1209 очков. Швейцария удивила и попала в десятку, на 8-м месте она оказалась, у них 1190 очков. Франция опустилась на 9-ю строчку с 7-й позиции. Ну и завершает десятку, а точнее 11 стран, которые вошли в рейтинг FIFA, Перу, у них 1128 очков. На этом все. В студии для вас работал я, Михаил Скворцов. До свидания.